Высокомеханизированная система управления, диспетчерский пульт, автоматика, электроника. Сегодня без этого нельзя освоить промышленные методы производства свинины. Мощность нового комплекса совхоза-комбината «Восход» Могилевской области – 24 тысячи свиней в год. Мастер-оператор Антонина Скачкова при плане 2000 поросят в год обязалась получить и откормить 2100 голов молодняка. Новый комплекс – еще одно крупное свиноводческое предприятие, на котором получают продукцию с наименьшими затратами кормов, труда и средств.